косит сегодня кто? Все, отлично. Дело, Иван Михайлович, сколько вам надо человек? Вы будете отвечать, вы будете ноши принимать. Хорошо, или хорошо, хорошо. И руководить. И руководить. Да. Сколько? Ну, двух хватит. Все будет в зелени, все в цветах будет. Надо взять пилу, пилу берешь пилу, подходишь к этой акации и вот так вот, и по себе вот именно, чтобы все было ровно, ну, какую акацию? Пилой. Подождите, какую акацию вы хотите? Пилой. Какую акацию вы хотите срезать? А подождите, а что, какую акацию? Есть такое понятие, как ухоженный парк и тому подобное. Вот эта акация подразумевает под собой стрижку. И она хорошо ее перед... надо вот резать на высоте роста примерно. Вот раз, два, три, четыре. Четыре человека будут пол разбирать. От гнили освобождаться. Дмитрий, а ты чего делаешь? Вот сюда подстригаем. Там, говорят, под свой рост, да, надо? Да. Под макушку. 1,84 м. Будут у нас тут. Было красиво, все ровненько. Как в приличном. Ровненько, как в приличном саду. Да. Ухоженные, так сказать.
сам. Очень красиво преображается у нас все, да? Через 4 года здесь будет город Саш. Угу. Народу столько уже приехало сюда. А потом до Марса доберемся, и там у нас будут яблони цвести. Приходится ножовкой. К тому же здесь много толстых веток. Так, ну толстый ладно, хотя бы можно это, пилы нормально перепилить, а вот сверху мелочь бы удобнее было бы ножницы. Щелк, щелк, щелк. Ну нет. Но вы хоть свистульки-то использовали по назначению? А для чего? Свистеть? Ага. Я ни разу их не пользовал для этого. Вот. Сейчас у нас отличные тут самолетики. Погода летная. Со звездами, у нас самолет со звездами, звездочки нарисуем. Значит, давай. Ручка такой. Ну, только звездочка, может, человек пишет звездочка. Обязательно. А вот зависит, звездочка. Так, вот. Звездочка, да?